От обычной кондитерской до производства сложных высокотехнологичных продуктов в Забайкале стартовал всероссийский проект «Урок цифры». Одно из первых занятий прошло сегодня для выпускников в школе номер 47. О мире современных технологий школьникам рассказали на примере освоения космического пространства. Сегодня на уроке прозвучал один пример, как работают цифровые технологии у нас в Забайкальском крае в том числе. А в целом школьники края могут воспользоваться материалами, которые размещены на сайте урокцифры.рф. И там в игровой форме предложено создать виртуальное производство пончиков и их доставку в галактику. Тема урока «Цифровизация» выбрана не случайно. В начале 2021 года в IT-индустрии возник явный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Разработчики, аналитики и интернет-маркетологи стали гораздо востребованнее в результате пандемии, когда вся экономика начала массово мигрировать в онлайн. У нас в регионе, к сожалению, очень мало компаний, которые занимаются разработкой. Хотелось бы, конечно, чтобы в регионе основалась такая какая-то серьезная компания, создалась, и в принципе для этого есть возможность, есть федеральные субсидии. Урок цифр проводится в стране с 2018 года. Его цель – познакомить школьников с миром современных технологий, направить их выбор будущей профессии в сферу программирования, разработок нейросетей и коммуникаций. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.